Микро-Кики-Ди. Всем привет! Вы на канале Кики-Ди. И сегодня Аминка будет открывать... Монстрики! Монстрики! Монстрики у нас вот в таких коробочках. Коробочка с дверью. Монстрики у нас от университета Монстра. В этой коробочке у нас лежит монстрик. И каждый монстрик у нас будет в слизи. Со слизью, да? Да. Так, и еще у нас домик для монстриков. В этот домик мы будем складывать все наши коробочки. И в каждой коробочке будет монстрик со слизью, да? Да. Так, ну что, тогда мы начнем собирать домик, да? А потом будем открывать сюрпризики. Домик у нас уже с коробочкой. Что-то там звучит? А ну-ка давай, что там? Сюрприз! Давай посмотрим. Да, что-то слышно. Наверное, там монстрик. Да. Давай откладываем наши монстрики в стороночку. Монстрики, подождите, до вас очередь дойдет. Сейчас мы будем открывать наш домик. Да? Открываем. Там слизь, конечно, там слизь. Там много слизи, много. Опа, так, что у нас тут? Открываем. Так, у нас какая-то картоночка с наклейками. Университет монстров. Да. Так, это у нас сам домик, да? И слизь. Так, какие-то запчасти. Еще запчасти. Много запчастей, да? Для нашего домика. О, так. Это? Это лестница. Лестница, чтобы монстрики могли подниматься на каждый свой, на свой этаж, да? Опа, вот наша коробочка. Коробочка запечатана. Да. Давай, пока не будем спешить, положим вот сюда, к остальным монстрикам, да? Да. И потом откроем все вместе, да? Давай. Домик наш готов. И сейчас Аминочка... Готов. И сейчас Аминка выберет любого монстрика, и мы его откроем и посмотрим, что там, кто там. Вот. Какой страшилка нам попадет. Монстрик. Аминка выбирает вот этого. Так, сейчас папа перережет ленточку. Да. Оп. Опа. Ленточку я перерезал. Смотри. Это боксик. И здесь, смотри, сделана дверка. Эту дверку можно открыть? Да. И там будет монстрик. Давай, открывай. Ух, тут есть. Что-то там еще гремит? Да. Опа, кто ты? Тупор, покажи. Это девочка. Это девочка, это смотри, какой-то монстрик. У него три глаза, ушки. А ушки, смотри, как крылышки. Какой монстрик интересный. Вот, что там, покажи. Ага, это слизь. Сейчас мы монстрика искупаем в слизи. Так, монстрик, ложись обратно в коробочку. Не закрывай его. Не закрывай. Пускай он побудет в коробочке. Вот здесь. Сейчас мы сверху нальем на него слизь. Сейчас мы откроем вот эту слизь. Да. И зальем в коробочку. Да. Так, режем. Оп, порезал. Давай сюда коробочку. Сейчас мы зальем нашего монстрика слизью, и он будет купаться в ней. Оп, вот она слизь, какая интересная. Дай меня. Тянучка. Она как жвачка. Дай меня. Бле, какая ты мерзкая слизь. Дай меня. Бле, держи. Ну как? Интересная? Необычная? Ничего страшного. Все. Нравится? Классно? Холодненькая, да? Все, давай закидывай слизью нашего монстрика. Скорее. Оп. Сейчас мы его накроем. Так, вот мы его накрыли. Слизью. Опа. Вот. И сейчас мы закроем крышечку. Давай закроем. И сболтаем хорошенечко. Болтаем. Сболтай хорошенечко. Сболтай. Все. Теперь ставь монстрика вот сюда. Ставь его. Куда? Какой этаж выбираешь? Второй? Давай, папа тебе поможет. Нет, он наверху не может жить. У каждого монстрика есть своя комнатка. Ставим его сюда.
Опа, поставили. Все, монстрик, готово. Твой домик готов. Теперь выбирай следующего монстрика. Выбирай скорее, выбирай скорее. Это. Вот этого. Так, выбрали монстрика. Осталось его открыть. Сейчас. Ой. Убежал. Монстрику не понравился его новый домик. Так, вот наша инструкция. Так, вот наша инструкция. И вся коллекция монстриков. Вот они все. Майк Вазовский, Салливан и куча-куча-куча разных. Домики распаковал. Теперь осталось открыть дверку. Открывай. Открывай дверку. Опа, кто там? Ого, толстяк попался. Смотри, какой толстяк. Покажи, покажи, покажи нам толстяка. Ну ты и толстый монстр. Толстяк. Огромный, с щупальцами. Наверное, это какой-то осьминожек, да? Смотри, он похож на осьминожка. У него щупальца здесь. В очках такой. Старичок. Наверное, это какой-то доктор, да? Папа, вот. Так, слизь. Ну что, толстячок, сейчас ты будешь купаться в слизи. Давай скорее. Так, слизь готова. Я ее почти достал. Открываем коробочку. Я сама. Ты сама? Держи. Клади его сюда. Давай папа будет держать. Положила. Да. И заливаем его слизью, да? Я сама. Давай. Кидай сверху слизь. Кидай. Оп. Молодец. Сейчас папа сболтает. И он полностью укутается слизью. Давай. Я сейчас тебе чуть-чуть помогу. Чуть-чуть. Все, теперь ты. Все, давай, расселяй своего монстрика. Ох, ты его по соседству рядышком решила. Все, монстрик. С новосельем тебя, монстрик. Следующий монстрик, выбирай. Какого, любого? Это. Вот это. Смотри. Оп. Открыл. Очередная у нас инструкция. Инструкцию мы больше открывать не будем, да? Потому что мы уже показали, какая инструкция, какая коллекция. Смотри, можно я открою твоего монстрика? Нет, ты сам. Ты сама будешь? Тогда держи. Открывай дверку, скорее, скорее, скорее. Так, ух ты, кто тут у нас? Покажи-ка, покажи-ка, покажи-ка. Неужели это Салливан? Ура, Салливан! Аминка, смотри, Салливан попался. Нет, ух это, ты! Это друг Майка Вазовского, Салливан. Классно! Я его очень люблю, мне он очень красный. Нравится. Ух ты, и слизь у нас красная. Вот это да, вот это удача, да? Классно, Салливан, у тебя и слизь тоже прикольная. Она как водичка, но это и даже не водичка, да? Такое ощущение, как будто рука после слизи мокрая остается. Такая вот вся... Держи, накрывай. Ой, у меня кусочек остался. Держи. Давай скорее. Накрывай Салливана слизью. Вот. Скорее, его же надо расселить. Давай, потряси немножко. Все, и расселяй его. Куда ты его? На самый верхний этаж. Ух ты. Самый высокий этаж. Выбирай скорее следующего. Самый белый нёкнем. Вот этого, да? Да. Так, открываем. Ой. Открываем. Так, распаковали. Осталось открыть дверку. Можно я теперь открою дверку? Нет, ты сама. Ой, ну пожалуйста, можно один раз я открою? Да. Спасибо. Алей-хоп. Так, кто тут у нас? Смотри, Аминка, какой большой пакет со слизью. Смотри. Ага, смотри, кто попал. Большая, да? Она синенькая, она необычная, да? Смотрите, кто попался! Глазастик! Вот он, глазастик! Вот он, глазастик, его теперь хорошо видно. Сколько у него глазок-то? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пацанчик, ну ты глазастик. Держи. Ух ты, слизь вообще классная такая. Синенькая, необычная. Да и пакет такой большой. Больше всех. Давай, сейчас скорее откроем, да? Опа. Прилипает. Точно прилипает. Прилипает. Смотри. О,
Вот это класс! Столько слизи нам еще пока не попадалось. Ох, да. Какая она липкая. Да. Смотри, Аминка. Все, давай, закидываем. Закидываем. Еще. Давай сама. Все, кидай скорее сюда его. Монстрик уже просит. Ну, скорее кидай на меня слизь. Я уже не могу, я хочу найти свой домик. Давай, закидывай. Оп. Сейчас помогу. Ой, прилепилась. Опа! Все. Монстрика накрыли. Его даже и не видно. Так. Куда будем селить его? Сюда. Наверх, да? Тоже к Салливану. По соседству. Следующую коробочку выбираем. Вот эту? Давай. Так. Опа. 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 Давай постучимся к нему. Тук-тук-тук-тук. Можно к вам? Да. Открывай. Вот. Кто тут? Слизь уже. Ура! А, смотри, Салливан. Аминка. Салливан. Одноглазик. Привет. Вот это класс. Попался самый главный герой. Салливан. Попался самый главный герой. Белый. Ой, классно. Самый маленький. Ну, вообще классно. Майк Вазовский и Салливан. Классно! Глазастик! Майк Вазовский! Смотри, у него еще. Что тут у него? Учебники? А, он же в университет поступил, он учиться будет. Опа. Да, он будет учиться. Ты знаешь, что его в мультике называют Круглик-бублик? Да. Потому что он кругленький и глазастенький. Да. Да. Я его укутал, смотри. Оп. Все, Майк Вазовский. Сбалтываем. Оп, поселили. Остался последний сюрпризик. Да. Держи. Открываем. Так, давай открываем скорее дверку. Опа, кто там? Слизь красная. О, тебе смотри, кто это? У нас уже был сегодня такой. Это Салливан, еще один у нас так попал. Так у маска. А, смотри, у нас второй Салливан попался. Но ничего страшного. А может это Салливан и брат? А? Близнец? Может, это брат-близнец? Да. Но ничего страшного. Будет у нас теперь два Салливана. Мы хотели еще надуть слизь, да? Да. Давай надуем нашу слизь. Давай. Сейчас мы откроем всех наших монстриков и посмотрим, что с ними там, да? Да. Давай откроем первую дверку. Они плачут. Они плачут там. Ну-ка. Оп. Да. Вот. Смотри. О, потек один монстрик. Смотри, слизь потекла. Ой. Давай откроем. Так, давай открываем следующего. Покажи, покажи, как он прилип. Покажи, как он прилип. Ой, какой, какие противные монстрики. Опа, второго открыли. Салливан, тоже весь в слизи. О. Держи. Держи слизь. Смешивай. Открываем следующий. Вот он, толстячок здесь у нас. Получился. Толстячок в слизи. Получился красный. Красное получилось. Держи еще зелененькую слизь. Скорее лови, а то он убежит от меня. Так. Открываем следующий. Сейчас. Так. Открываем. Кто здесь у нас? О, непонятно, кто здесь. О! Кто это? А, все, вспомнил, кто это. Это многоглазик, у которого много глазок. Синяя слизь, держи, Аминка. Ой, надо его сначала распутать. Держи синюю слизь, на, смешивай. Опа. Так, и у нас еще остался, вот, по-моему, тоже Салливан, если я не ошибаюсь. Опа, открыли. Вот он, Салливан. Со слизью. Слизь мы у тебя забираем, Салливан. Держи. Шлеп. Опа. Шлеп. Будем надувать нашу слизь. И сделаем огромный шарик.
огромная! Да? Огромный шарик получился! Ставьте лайки! Подписывайтесь на канал! Пока-пока! Всем пока! Монстрики, пока!